Ядрин молоко – динамично развивающееся предприятие. Например, совсем недавно открылся новый завод по переработке молока в Ядрине. И теперь на прилавках магазинов вы можете найти нашу корову в бутылках. Несмотря на то, что новый ядринский завод по переработке молока работает меньше месяца, его продукцию уже успели попробовать и оценить по достоинству. Я ваше молоко попробовал, докладываю. Соответственно, в начале цена для потребителя какая получается? 0,9. В зависимости от жирности 2,5, я вижу 3,2. Это цена 26 рублей, это цена 28 рублей. Хорошую цену держит. Но дешевле, чем белый грунт. Да, дешевле. Белый грунт, там, наверное, рублей 35, наверное, сейчас. Да, мы на 10 рублей в среднем дешевле наших конкурентов. Желаем успехов. Спасибо. Социальный продукт. Здоровый напиток. Так что. Спасибо, Маджи. Наша корова, йогурты «Доволя» и «Биолайф» в бутылках вызвали у посетителей выставки большой интерес. Такая упаковка удобнее в использовании и продлевает срок годности продуктов. Еще один плюс ядринского молока – в нем нет сухих добавок. Молочные продукты – это основной продукт, поэтому я употребляю каждый день. И ядринное молоко мне, в принципе, в этом плане очень нравится, потому что это натуральный продукт без добавления сухого молока. Я вижу, что у них вышло в бутылочке, в новой, да, поэтому я очень удивлена. Таким образом, я могу сказать, что компания развивается, и у нее есть будущее. Сейчас на рынке представлены три наших новых бренда. Это наша корова, Доволя и Биолайф. Вот, планируется расширение ассортимента и увеличение представленности на рынке. 24 числа мы устраиваем экскурсию для федеральных сетей. Там же будут подписаны несколько контрактов. Регионы развития, как бы это Москва, Владимир и Нижний Новгород. Компания «Ядрин молоко» постоянно развивается и ставит новые задачи. Завод запустили на полную мощность, а это 200 тонн молока в сутки. Планируют выйти в течение 6 месяцев.